с самого утра последняя жена актера и режиссера Армена Джигарханяна принимает соболезнования. Несмотря на семейный скандал, многочисленные суды за имущество и обиды, Виталина цимбалюк романовская признается, что в ее жизни артист сыграл не последнюю роль. При этом даже в день смерти экс-супруга она не упускает возможности обвинить третью сторону в давнем конфликте. Напомним, что осенью 2017 года, когда в семье артиста произошел резонансный разлад, Друзья увезли Джигарханяна из дома, где он жил с Виталиной. Далее последовали скандальный развод, суды и уголовные дела. Для меня он умер три года назад, когда меня лишили возможности быть рядом, видеть его, разговаривать с ним. Ведь он был со мной почти половину моей жизни. Он – артист. Ему было важно оставаться на виду, быть востребованным. Окружение его лишило этого. Он бы мог жить дольше, считает Виталина. При этом девушка намекнула, что не собирается приходить на похороны бывшего мужа. Она говорит, что не хочет встречаться с людьми, которые были рядом с Арменом Борисовичем в последние годы. И сам Джигарханян не ходил на похороны близких. Я тоже хочу запомнить его таким, каким я его знала. Талантливым, харизматичным, сильным, витальным, красивым.